Второе – аванда марид – посещение больного. Посещение больных – это обязанность мусульманина в отношении другого мусульманина. Если ты посетишь больного утром, то до самого вечера 70 тысяч ангелов молятся за тебя. Если ты посетишь больного вечером, то до самого утра 70 тысяч ангелов молятся за тебя. И тебе сад в раю, говорит пророк, алейхиссаляту вассалям. Но, к сожалению, как часто мы пренебрегаем этой нашей обязанностью, упускаем эту награду, не придаем этому значения. 70 тысяч ангелов молятся за тебя, и тебе сад в раю, и ты все время собираешь плоды рая, пока посещаешь больного. И как часто бывает, что сосед-мусульманин заболевает, отводят его в больницу. Он выходит из больницы, и только потом мы узнаем, что он был в больнице. То, что мы не посещаем его, мы даже не знаем, что он был в больнице. Это часто бывает и между родственниками. Да упасет Аллах, субхана ва тааля. Пусть Аллах исправит наше положение. Это говорит о нашем большом упущении, о рабе Аллаха. Как мы отдалились с вами. Нужно быть внимательными к этим вопросам. Это не мелочь.